реальности. Интересно, а все же делают это? Ну, считают. Сколько девушек у тебя было? В походе на выпускном. Вика, 15. Я знаю точную цифру, сколько девушек у меня было. Мои друзья тоже считают. 24. 34. 13. 5 или 6? 4! 4 недели вы не можете сделать отчет. Не знаю, о чем вы только думаете. Мы думаем о том, какими должны быть критерии подсчета. Считать только тех, с кем был секс. Или даже тех, с кем просто целовался, встречался в школе. Считать всех, в кого мимолетно влюблялся. Чаще считают все-таки тех, с кем был секс. Это мы шестой начальник. Докладывать по результатам. Да, конечно. Наверное, мы занимаемся фигней. Потерянное поколение, да что вообще у них в головах? К примеру, нашим дедам вообще было не до этого. Они считали кое-что другое. 22. 36. Нет, конечно, и среди нас найдется кто-то с куда более важными вещами. 54. Ну, видимо, у большинства все-таки свой вид спорта. 3. Бронза. Только 3-е место. Зато из 24. Вот, кстати, девушки ведь тоже считают. 6 или 7? 2. Я считаю только тех мужчин, с которыми у меня были отношения. 18. 1780. Стоп. Этого я знать не хочу. Если где можно и приукрасить цифру. 62. У меня даже специальная тетрадочка была. То иногда лучше сделать наоборот. 3 или 4, наверное. Я из музея, это давай поженимся. Здравствуйте. Слушай, давай вместе скажем. Давай. На счет 3-4. Да. 3-4. 19. 19. Я в начальной школе с девочкой дружил, я посчитал. И в 5 классе еще. Нет, ну. Ну потом. Теперь 20. Но главное здесь другое. Не важно, сколько у тебя было девушек, уж тем более, какая цифра. Главное, в итоге. Найти того единственного человека, который... Ты что, не спишь? Считаю... Сколько за коммунальные в этом месяце платить? Ой, Марина, не забудь.